Мадам Брошкина. Сяду, а ты меня катай. Катай меня. Ну, катай. Катай. Меня. Катай. Ты что, большой я слишком? Скажи, пап, ты дурак. Вот так вот я их здесь поставила. Это самое такое место, до которого ребенок не достанет, до которого я с трудом достаю. Которое такое место неприкосновенное. Около умывальника мне сразу здесь будет удобно эту воду вылить, налить свежую. Вот. Единственное, конечно, когда муж моет посуду, там все вокруг мокро, то надо протирать. Но я надеюсь, то, что они корешки дадут побыстрее, и я смогу их, наверное, раздать. Вот, раздать, продать-то, я думаю, навряд ли, а вот раздать. Один я оставлю себе. Какой-то я там уже себе отложила. Один или два, может быть, я их посажу в горшочек, оставлю. А другие раздам. И довольно вот смотрится, кстати, очень даже красиво. Такое какое-то, знаете, как продолжение лета. Вот, некоторые прям вот, по-моему, вот этот вот, он прям вообще очень длинный. Вот я, по-моему, его себе отложила и какой-нибудь еще потом маленький. Здесь, а, еще, кстати, отложила маленькие три эти, череночка, просто черенки. Вот мне стало просто любопытно, даст ли он корешки. Если даст и пойдут листочки, то можно вообще посадить, в принципе, такой вот маленький череночек, если, конечно, он даст. Начнут, если расти листочки. Хотя, наверное, навряд ли. Ну, пускай стоит, ладно. Вот, в некоторых местах я поставила вот по три штуки. Здесь вот три, вот здесь два, по-моему, и все. А, еще вон тут тоже три. Они когда начнут давать по чуть-чуть корешки, я их потом рассажу. Вот, потому что еще не знаю, может быть, они еще даже не выживут. Не знаю, как они пойдут. Наверное, у них сейчас, конечно, большой шок. Как-то так. Мы были с мамкой, а теперь мы отдельно. Как мы будем жить? Как что будет? Ну, тут, короче, у меня получилось 9. И плюс сейчас я еще 3 принесла. Получается, у нас около 12 штук. Я знаю, что здесь половина, она, скорее всего, погибнет, они не дадут корешки. Потому что в прошлый раз, вот я говорила, папа давал, он давал 3 штуки. 2 погибло, 1 осталась. Вот она дала корешки, но вот, к сожалению, из-за того, что мы попали в больницу с сыном, он там погиб. Ну, там, по-моему, то ли вода закончилась, я сейчас не помню, то ли она совсем какая-то там была плохая. Вот, то есть муж оставался, но он не уследил за ним. Поэтому вот надеюсь, что в этот раз получится у меня.